В долгах, как в шелках, по данным регионального оператора по вывозу ТКО, основными неплательщиками сейчас являются управляющие компании и ТСЖ. К жителям особых нареканий нет. Задолженности управляшек и товариществ исчисляются миллионами. Так, по состоянию на 31 мая управляющие компании региона были должны за вывоз мусора больше 37 миллионов, ТСЖ – 1,4 миллиона рублей. Сейчас долг управляшек сократился и составляет 22,6 миллиона, а долг ТСЖ вырос до 1 миллиона 700 тысяч рублей. По каждому из должников исковую работу будут вести вплоть до полного погашения.